Денис Беретов. Салям алейкум ва рахматуллахи ва баракатов. Ну, со вторым мы познакомимся тогда чуть позже, а то я Дениса только представил. Yeah.
Наши артисты остаются на сцене для того, чтобы исполнить еще одну композицию для вас. Пожалуйста. Спасибо большое. Благодарим вас. Благодарим вас. Спасибо. Уважаемые гости, мы просим вас после того, как вы поели, пожалуйста, убирать за собой посуду. Тем самым вы облегчите работу нашим волонтерам. И, конечно же, ну и оставить после себя чистое место, это, альхамдулиллях, очень хорошо. И сейчас я еще раз хочу пригласить Мария Махмудову, девушку, которая уже исполняла наши некоторое время назад. И после этого я еще разыграю три подарка. Эти три подарка будут касаться мероприятия, которое состоится 16 мая в Крокус Сити Холле.